главный товар дня. Сегодня в преддверии дачного сезона мы открываем двери и хотим зайти сразу, конечно, легкой походкой. Именно поэтому сегодня бренд «Здраволит», компания «Здраволит» представляет сразу две пары стелек универсального размера за 999 рублей. Это совместная инновационная секретная разработка российских и швейцарских ученых, которая была раньше под грифом «секретно», потому что швейцарские ученые выкупили патент, и именно «Здраволит» использовали только в швейцарских клиниках. Сегодня, по последним исследованиям, в каждом городе превышается уровень электромагнитного излучения в 10 раз. Как защитить себя? Мы сегодня рассказываем вместе с брендом «Здраволит» и с экспертом от бренда «Здраволит», потрясающим сотрудником мультитехнологии «Лексусов» Михаил. Здравствуйте. Доброе утро, дорогие друзья. Меня зовут Михаил. Я представитель компании «Мультитехнологии». Это действительно совместный инновационный материал, который разработан российскими учеными и группой ученых из Швейцарии во главе с Жаком Сюрбеком. Дело в том, что Жак Сюрбек уже более 43 лет занимается изучением влияния современной окружающей среды на организм человека. Все полезные свойства подтверждены серьезными международными организациями и отмечены различными, более 30 наград, опять же, различных международных и российских выставок. И прошу вас обратить внимание на крест, который здесь находится. Сейчас посмотрим это на него, да. Крест. Непростой крест. Это крест, который награждают только исключительно бельгийское правительство. Да, но и при этом смотрите, какая уникальный биощит, который сегодня на нашей стельке, стельке универсального размера, мы подгоняем под себя, под свою стопу, вырезаем просто от 35 до 45 размера, а с оборотной стороны у нас войлочная основа, которая делает еще и микромассаж, дарит нам сухое тепло, опять же избавляет от боли в суставах, но самое главное, что здесь у нас на стельках еще прикреплен биощит «Здраволит», который будет нас охранять. Хочу сказать, что в прошлом эфире, когда эти стельки появились впервые, у нас было продано более 3000 пар стелек. Сегодня, заказывая одну пару, вторую вы получаете в подарок бесплатно за 999 рублей. Успейте дозвониться прямо сейчас и начните дачный сезон со здоровьем. Давайте же разбираться, почему именно вот «Здраволит», что он делает, а как его открыли? Вот вы говорите, Жак Сюрбек, да? Да, да. Я хочу сказать, что дело в том, что материал «Здраволит» защищает, укрепляет и восстанавливает ваше здоровье. Он защищает вас от электромагнитных излучений, которые вредно влияют на наш с вами иммунитет. Он помогает организму самому выздоравливать. Дело в том, что я хочу вам для справки, дорогие друзья, сказать, что Жаку Сюрбеку в том году исполнился 101 год. А он основатель, да, открыватель именно «Здраволита». Он один из, скажем так, соучастников и руководитель компании. Да. Жак Сюрбек, ему в том году исполнился 101 год. Последние уже 16 лет он пользуется изделиями из нашего материала «Здраволит», прекрасно себя чувствует, здоров, весел, чего и вам желает. И, ну что, вот последний, вот чуть больше 2 лет назад он только прекратил водить личный автомобиль. 100 лет еще водить машину, автомобиль. Все потому, что Жак Сюрбек пользуется «Здраволитом», и он разработал его для нас с вами, для себя в том числе. 999 рублей сразу за две пары успеете дозвониться. Зачем нужен биощит? Почему мы сейчас им-то пользуемся? Понимаете, дело в том, что современный мир очень многогранен, и, к сожалению, в современном мире возросли электромагнитные излучения. Наши с вами помощники. И вот эти вот самые помощники, они излучают вредное электромагнитное излучение небиологического свойства. Что, как действует это электромагнитное излучение? Дело в том, что в нашей крови есть такие эритроциты, элементы. Угу. Я называю их курьерами быстрой доставки, так, которые разносят по всей нашей с вами крови необходимые минералы, кислород. Угу. Так вот, когда кровь у нас жидкая, пластичная, вот даже можете посмотреть на графике, вот с правой стороны, эритроциты, они находятся как бы отдельно. Хаотично, они спокойно, да, движутся по нашим кровеносным сосудам, донося до необходимых, необходимые вещества до наших нужных органов. Но как только мы пользуемся телевизором, да, мобильным, конечно, телефоном, компьютером, биополе человека нарушается. Да, дело в том, что эритроциты, они намагничиваются, и кровь у нас становится вязкой и тягучей. И не может уже в должной мере разносить по нашим
нашему с вами организму необходимые минералы. Так. Начинается кислородное голодание, минеральное голодание. И тот орган, куда не доставляется в должной мере и с должной скоростью необходимые элементы, он начинает погибать и, к сожалению, развиваются болезни, которыми мы с вами предрасположены с детства. И чаще всего это онкологические заболевания, сердечно-сосудистые заболевания, заболевания головного мозга, поджелудочные железы, легкие. Ой, ничего себе, то есть мы получаем с вами полную защиту. Это была секретная разработка, разработка швейцарских и российских ученых Здравалин, которая получила множество наград, в том числе и самую главную, это рыцарь Шевалье, это рыцарь науки. И обратите внимание, что раньше, когда открыли именно Здравалин, швейцарские ученые, они выкупили патент. И 10 лет именно Здравалитом пользовались только в Швейцарии. Миру они были известны, но пользоваться они могли только в Швейцарии в самых лучших клиниках. Недаром все известные люди всегда отправлялись именно в Швейцарию на оздоровление, потому что там был Здравалит. Сейчас уже у нас патент снят, уже закончилось время существования патента, и мы можем сегодня сами вместе с вами использовать Здравалит в своей жизни. А значит, мы можем что делать? Поддерживать свое здоровье. Причем полезные свойства Здравалита подтверждены в НИИ Швейцарии, Франции, Центральным конструкторским бюро спецрадиоматериалов в Москве, наноиндустрии и клинической больнице имени Семашко, научно-исследовательский институт химии. Мы получаем сегодня не одну, а две пары защиты для нас. Но почему именно на ноги вы решили сделать? Мы знаем, что Здравалит у нас есть вот карманный, да? Есть у нас семейный. Почему именно на стельках? Дело в том, что есть такая старая русская поговорка. Держи ноги в тепле, а голову в холоде. Понимаете, дело в том, что на нашей с вами стопе находится множество биологически активных точек. Есть такое, да. Так вот, когда индивидуальный корректор, это ведь тоже индивидуальный корректор, конечно, он находится рядом с вашей, на стопе, с этими точками, он начинает сам автоматически искать тот самый орган, который болит у вас сейчас больше всего. Он воздействует на все. Посмотрите, пожалуйста, если вы увидите схему, то на нашей стопе и отвечает и за сердце, и за легкие, и за почки, и за головной мозг, и за спинной мозг, и суставы, да чего там только нет. Так вот, когда находит корректор необходимую точку, он начинает на него воздействовать. Здесь я, конечно, оздоравливать. И эта цена только сегодняшнего дня 999 рублей. Сразу за две пары успейте дозвониться прямо сейчас. Будьте здоровы и начните дачный сезон со здоровьем.